Короче говоря, я покатался на санках. Было морозное декабрьское утро. Я поднял себе настроение мыслью, что скоро Новый год. Посмотрел в окно, и настроение упало ниже плинтуса. Ну где же снег? Ведь зима и снег – это одно целое. Ну, как я и мандаринки. Я уже не мог ждать снег и достал санки. Попытался во всяком случае. При виде санок сразу же представил большущие сугробы снега и себя в них. Очнулся. Как-то санки слишком близко ко мне. Показалось. Точно показалось. Я решил покушать. Время завтрака. Ой, что тут делают санки? Пришел в комнату, чтобы собрать дорогу и погонять машинки. Опять санки? Сел писать письмо Дедушке Морозу. Ой, что вы тут делаете? Решил отвлечься от них и посмотреть мультики. Опять санки? Начал собирать пазлы. И тут санки. Захотел покататься на машинке. Поздно. Пошел переодеваться. Раскрыть шторы. Бррр, хочу лечь спать, и чтобы они мне даже не снились. Все, никакой зимы, никакого снега, никаких санок. Кто вообще их придумал? Все, накатался. Короче говоря, я покатался на санках.